Богема без допинга, что сапожник без сапог. Наркотики зачастую становятся музой артиста. Оперная дива Казахстана, а ныне вице-спикер Мажилиса и по совместительству старшая дочь президента Назарбаева Дарига, вероятно, знает это не понаслышке. Наверняка поэтому она недавно вступилась за конопляные поля в Чуйской долине. «Вырубать нельзя», заявила дочь Елбасы, «нужно использовать». Настала пора. На самом деле эту произрастающую дикоконоплю использовать именно в хороших целях, в медицинских целях, в целях развития народного хозяйства. Но словно одумавшись, оперная певица Назарбаева поспешила откреститься от смакования столь деликатной темы. Надеюсь, что меня не обвинят в том, что я наркоманка. Я никогда в жизни даже не пробовала и не нюхала, и даже не знаю, как она же пахнет, честно сказать. Однако красавица Дарига явно лукавит. Ее затуманенный взор и некая заторможенность в произношении фраз придает ей не столько сексуальности, сколько выдает ее пристрастие к запретным и пагубным травам. Да и по ее последним идеям, высказанным в парламенте, действие дурмана, ох, как ощущается, жжет дамочка, не по-детски. Мы предлагаем каждое воскресенье, чтобы работники акиматов по очереди пересели на инвалидные коляски, вошли в шкуру человека, нуждающегося, и проехались по городу, сходили бы в театр, в магазины. Дальше больше. Планы в голове Дариги Назарбаевой зреют как на полях. Теперь она увидела нешуточную угрозу в интернете и посоветовала казахстанскому обществу учиться защищаться от электронного вирусного помешательства. По мнению вице-спикера Мажилиса, опасность таится в соцсетях, которые в кризисные ситуации превращаются из площадки общения в поле словесной брани, взаимных обвинений и непрекращающейся истерики. Однако, в отличие от своего папы, Дарига Назарбаева не спешит запрещать и закрывать, а лишь предупреждает опасность. Ведь она, как никто другой, знает, как больно лишаться допинга.